Летом 2003-го родилось первое массовое развлечение 21 века – флешмоб. То есть по-русски «мгновенное столпотворение». Нужно, заранее сговорившись в интернете, внезапно собраться в одном месте, изумляя непосвященных своими странными одновременными действиями. Никакой цели эти акции не преследуют. Просто забава. Какой бы еще номер выкинуть? Мировая премьера флешмоба прошла в июне в Нью-Йорке. 150 человек в мебельном магазине просили «ковер для любви». Потом 300 человек поклонялись динозавру в магазине игрушек. Идеологом флешмоба считают Говарда Рейнгольда. 200 страниц его исследования «Умная толпа. Библия движения». Технология сделала общество невероятно мобильным. Мгновенная толпа может возникнуть и исчезнуть где и когда угодно. Для этого нужны примитивные технические средства. Так и революцию несложно организовать. Мы во флешмобе участвуем. Зачем вам это надо, скажите? 15 августа 20 человек аплодировали в центре ГУМа у фонтана. Так состоялся первый российский флешмоб. Молодые люди с пультами от домашних телевизоров пытаются переключить каналы на огромном рекламном мониторе. На рекламу по всем каналам. Толпа в 40 человек насторожила милицию. На всякий случай подъехал ОМОН. Пульт нашли. И что, вас поэтому задержались, да? Флешмоб с размахом на две столицы. Одновременно в Москве и Петербурге встречают несуществующих пассажиров, дурачась строго по правилам. Очень серьезно, не разговаривая друг с другом и никому ничего не объясняя. В Одессе люди в черном со скорбными лицами возлагают цветы к пластиковому Рональду Макдональду. Юмор не одесский, в столице смеха его не поняли. Положили цветы. Это было, видно, была память о погибшем. А кто погиб? То есть организатор вот этих всех Макдональдсов. Это я первый раз за свою жизнь попала в Макдональдс. Я вообще не знала, что это такое. Я вижу, все стоят с цветами. Траур. Значит, у людей горе. А у людей горе, значит, и мне тяжело.